The Girls of Nerves и знакомимся с героями. Сейчас мы осмотрим такого героя, как Prophet. Первый спелл наносит 261 единицу урона и на 20% от всех источников получает этот человек. Второе — это воодушевление, хилит на 150 здоровья человека и добавляет на 200 скорость атаки. На третье — это гонение. Выбейте врага, чтобы нанести 50 магического урона, оглушите 0,5 секунды. Каждый эффект этот срабатывает 5 раз и каждый раз наносит 55 магического урона. И ульта у него — общая судьба. То есть вы ставите купол, в котором в течение 9 секунд враги замедляются на 50% и любые атаки профета распределяются на всех. Погнали. Так, начальными предметами для нас будет сапоги, парочку изнанников, зад, и погнали на топ. Так, надо докачать за 6, давайте попробуем ульту. И сейчас второй ульта. Победа. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь.